Ленина читать, это проституция. Да. Это проститутки, я не скрываюсь, говорю это. 90% так называемой русской интеллигенции, особенно творческой, это проститутки. Но я вынужден быть интеллигенцией, хотя мне так стыдно находиться в этих рядах. Но я вам должен сказать, я такая же проститутка, иначе бы я сюда не пришел. Станислав Сергеевич, стоп. Я сюда пришел только для того, чтобы сказать, что я совершил очень низкий поступок, сняв вот эту картину, от которой многие из вас в бешеном восторге. Почему низкий? Потому что низкий.